Всем привет! С вами Прия. Сегодня, побродив по ПТРу, напомню, что на ПТР-версии у нас 7.2 обновление стоит, уже его можно тестировать с новыми модификаторами для мифплюсов и прочих каких-либо вещей. Но перейдем к нашему основному делу, которое я хотел бы до вас донести. Соратники получают новое качество в обновлении 7.2. Пока что это качество не сказано, то есть до уровня звания, но мне кажется, это просто ошибка системного кода, и в принципе это звание будет потом во что-то переименовано. Скорее всего, легендарное или что-то типа такого. Надеюсь на это, по крайней мере. Весьма классно. Повышение, что ли, ростера соратников, повышение их успешности в плане выполнения квестов. Весьма неплохо. Гримуары знаний, которые дают в виде бонусной награды при выполнении квестов на опыт, работают на этих соратников, это я уже проверил. Так что вот так вот. Влить нужно всего лишь 200 тысяч опыта за те квесты, которые являются новыми, допустим, на новые элементы брони. То есть старыми вы прокачаете только эквип соратников до 850-го, а новыми уже, да, можно до 900-го, скорее всего. 900 будет, надеюсь, максимальным эквипом для наших соратников. За квесты мы получаем по 3000 опыта. Сейчас полистаем, может, еще что найдем в плане побольше. Почему-то квесты на опыт не прокают. То есть, как мы будем качать этих соратников, весьма интересно. То есть, непонятно с какой-либо стороны даже. Посмотрим, время покажет. Может, что-то введут, может, что-то переименуют. Но квесты на опыт точно должны быть, иначе 200 тысяч опыта. Ну так если подумать, 3000 опыта раз примерно в 12 часов, 6000 в день, 200 тысяч, ну ладно, 200, да, 200 поделить на 6, это около месяца прокачка соратника в лучшем случае, так что квесты на опыт реально нужны. Посмотрим, что будет дальше. На ПТР я, конечно, не частый гость, захожу примерно раз в 2-3 недели, но какую-либо полезную информацию мне удается за это время увидеть. Ну и на ПТР я нахожусь относительно недолго, если все же захожу, с целью того, чтобы что-либо потестить, посмотреть или записать какой-либо видосик. Как-то так, ждем 7.2, ждем апов соратников, как в плане эквипа, так и в плане качества. И будем прокачивать их, если же у вас есть возможность, то копите гримуары знаний. Хотя зря я это сказал, это же нерфанут. Но тогда не копите. Или копите. Дело ваше, делайте что хотите. Всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок побольше. И голды, чтобы тоже до кучи было. До скорого.